проверяют мое психическое состояние футболиста. Ну вот последнее время наладили. И теперь это у Советского Союза Рената Досаева абсолютная копия. Ну и вообще надо сказать, что Борнмут в игре принимает стартовый состав. Соответственно, нет Рохо, Янга, Эрера и Маркуса футболистов и Эдди Хау. Надо спрашивать про них, а не просить. Так что просите за хорошее забегание. Марсиаль, подача! И это Лукаку должен аплодировать и Мата, потому как и тому, и другому одновременно предназначался этот пас. Такое бывает. Офсайда нет. Лукаку здорово рассчитал все. И Мата тоже выпрыгивал из-за спины защитника. И типичное движение. И извлек только один опасный момент. А вот сейчас Кинг. Уже штрафная. Удар накрывает. Блестательно его сейчас Фил Джонс. Ни одного удара в сторону за 20 минут от Манчестера и Борнмута мы не увидели. Но Дэниелс смещается в центр, пошел сам. И еще бьет поворотом, очень неприятный мяч. Давиду Де Хеа организовал и блистательное действие лучшего вратаря мира. Смотрите, коридор, тут уже просто ковровая дорожка лежит Дэниелсу, и он с большим удовольствием отправляет. И ведь еще напряжение не спало. Опять Борнмут в атаке. Удар поворотом. Де Хеа трудится. Очень много проблем у Манчестера прямо сейчас. Давид Де Хеа дважды выручает команду. Борнмут не реализует очень опасный момент. Это будет свободен. Так и есть. Мата. Подача. Лукаку. 1-0. Ромелу Лукаку. Долго молчал, чтобы говорить. Праздновать не собирается. Все-таки не бывшему клубу забил, а в той игре, в которой от него ждут, что он будет забивать. Но если уж не Борнмуту, если уж не после того, что случилось, то как? Джонс, а тот запускает классный пас и Шоу. Просто потрясающе, как он принимает этот мяч. И диагональ Джонса роскошно. И обработка мяча. Дальше Борнмут играет так, как и должен играть. Здесь не упускает Шоу. Хорошую атаку готовит Борнмут. Удар поворотом. Рикошет. Отбивает мяч. Давид Де Хеа и подбор-то был очень опасен. Для ворот Манчестера. Опять классную атаку сочиняет Борнмут. Вот тут Адам Смит куда интереснее смотрится в наступлении. Он сейчас включился, и не очень удачное касание, не смог он перевести мяч в сторону ворот. Жуниор Станислав хочет помогать защите. Помогает. Слушайте, если бы сейчас забили, это был бы настоящий кошмар. Потому что вынос, ну я правда не хотел, но просто обратил внимание режиссер. И ведь это голевой пас. В футбольном стадионе нет такой роскоши, как на хоккейной арене, как бы не было. Снова Фрейзер. Подача! Это вообще удар был. Валенсия оттолкнул его судья. Показывает, что нет. Все-таки это нарушение правил. И снова Давид Де Хеа. Три сейва. В этой... Нет офсайда. Лукаку! Антоним Арсиаль сейчас может почувствовать себя Александром Кокориным. Пас шикарный абсолютно на Марсиале дает футболист Борнмуту. Ну а дальше Смит. Уже штрафная. Прострел. Удар. Де Хеа. Так же протяжно, как коллега Елагин когда-то. Де Хеа! Сегодня он уже наспасался. Три в первом тайме, во втором. Ну это посмотрите, когда 9 минут. Фрэнсис, подача! Беникофобия сейчас просто приговаривает этот момент к смерти. А ведь столько жизни в нем было. Передача Фрэнсиса роскошная. Мягко, точно. И выиграть сразу два футболиста здесь